Воспитатель года Чувашии 2019 живет в поселке Урмары. С Антониной Юнатановой познакомилась наша съемочная группа. Воспитанники Антонины Юнатановой готовят танцевальный номер ко Дню Победы. И не просто как педагог, а настоящий друг Антонина Анатольевна танцует вместе с ними. Вот уже 5 лет она работает с детьми Урмарского детского сада «Родничок», сначала музыкальным руководителем, теперь воспитателем. Она замечательный педагог. У нее отличное чувство детей. Она видит детей, она видит в них таланты. Мне кажется, она в каждом ребенке видит свое. И в группе всегда царит такая атмосфера, что дети раскрываются. Мы потом смотрим на них с таким воодушевлением. Мы даже не знали, что наши дети умеют так себя вести. Сочинение о своей профессии, презентация, ток-шоу. За время конкурса участники проявили себя с разных сторон. Антонине больше всего понравилось проводить мастер-класс с юными горожанами 200-го детского сада. Детки очень понравились, они были очень активными. Хотя сказали, что их ничем не удивишь, но на самом деле дети есть дети. Они радовались мелочам. Например, у нас был ковер-самолет. Не настоящий ковер-самолет, конечно же. Они прям этот очень им понравился. Они думали, что на самом деле сейчас полетим. Так было интересно, здорово. Вообще подготовка, если честно, конкурса была на уровне. Антонина Юнатанова не первый участник республиканского конкурса из Урмарского детского сада. Хотя «Родничок» еще совсем молодой, его педагоги уже были в числе лауреатов. Даже немножечко было шоком, что мы стали лучшими из лучших, и что наша Антонина Анатольевна стала воспитателем года 2019. Это очень большая ответственность не только Антонины Анатольевны, но и всего педагогического коллектива. Мы рады, надеемся, что не подведем, оправдаем надежды руководства нашего района, республики, надежды наших родителей, наших воспитанников в первую очередь. Сейчас лучший воспитатель Чувашии готовится представлять нашу республику на всероссийском уровне. Воспитатель года 2019 пройдет этой осенью в Москве. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика.